Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лур Лемур и Ларгас. Привет! А, наверное, не так навеша. Так, наверное. Да, так. И мы продолжаем наше кооперативное, так сказать, мероприятие о прохождении. И у нас сегодня будет много интересных вещей, потому что мы будем охотиться на жужжащие яйца и покажем, как это делается. Ну, по крайней мере, у меня получилось удачно их фармить. И вдвоем, думаю, будет вообще... Короче, проще будет сказано. Ребята, сегодня будет много боли, садомии и намотанных кишок клеток. Да. Это точно. Так, от первого лица вид. Все круто. Вот такой вот домик. Так. Куда пойдем? Пойдем. Я думаю, что надо найти заброшенное здание. Вокруг заброшенного здания обычно бывают эти. Если хочешь, я найду. Так. Хочешь гравитационные шары можем стырить, они как раз за вот этой горой. Давай. Стражи придут только. Только придется побегать от стражей. Угу. Так. Готов? Готов, конечно. Текс. Где они? А, вот они. Видишь? Да, да, видел. Я обозначил уже. Угу. Я уже спёр тут, пап. Да, кстати, я вот не пробовал одну штуку. По стражам не стрелять. Да, по стражам... А, хорошо, что ты предупредил. Я же собирался, на самом деле. Обнажил даже свой мультитул. Помнишь, мы с тобой в прошлый раз пробегали между Ракенью, у которой глаза торчат? Да. Это и было то же самое. Прощение немножко. Нам нужно вот сюда. Так. Короче. Сейчас я кое-что сделаю. Так, я тебя что-то не вижу. А, вот ты где. Все, что-то я не туда убежал, сейчас приду. Влёкся. Я хочу... Блин, дурацкие щупальца. Я хочу усовершенствовать свой этот костюм, чтобы быстро бегать и долго бегать, точнее. Надо бы этим заняться. А, вот эти глаза есть? Да, короче, готов к боли. Дергаем и валим в разные стороны. Давай. Я беру... Раз. Раз. Два, три. Все, валим. Бейте ноги, бейте! Сандали куплю! Так, я думаю, что они за мной побегут. А, ты тоже взял? Конечно, взял. А, тогда они... По-моему, за мной никто не... А, нет, все-таки. Они летят в твою бегите сторону. Ноги, бегите. Кстати говоря. Правильно, я же спер их две штуки. А-а-а. Так с одного растения несколько штук? Можно получить. Нет, с одного растения только одно. Я двух дёрнул. Теперь они ко мне летят. Да. Но не меня потеряли. А, сейчас. Одна секунда. Ах ты ж ё. Всё. Стражи деактивированы. Меня нашли. Они меня нашли. Уф. Меня нашли. Так. Бегите ноги, бегите. Да. Тебе надо удирать. Беги, Лола, беги. Уйдите, противные! Мне пострелять по ним или нет? Не надо, не стреляй по ним. Да, теперь тебе надо удирать. О боже. Да. А, ищите, ищите меня, ищите. О, что это такое, медь? Он, да. Да. Медь. Я нашел яму. Тут ладно, какой-то яму, зверек. Да. А. Угу. Так. Они тебя все еще ищут. Я как журналист буду. Блин, они меня нашли. Опять нашли? Да, чё. Теперь ищут снова. Так, здесь еще есть? Да, есть еще одно растение. Дергай. Тоже пойду возьму.
Тростеница. Так, надо отметить. Ну, это недалеко. Сейчас. И да, дорогие друзья, я за кадром выполнял основной сюжетный квест. Выясняется, что мы не причисляемся к какой-то из трех рас, которые есть в игре. То есть наш персонаж, само собой, не Вайкин, не Корвакс и не Гек. Он носит название Аномалия. Как-то. И таких, как мы, то есть, оказывается, в игре есть такие, как мы. И, собственно говоря, с ними нам и нужно состряпать контакт. Оп. Так. Все, за мной сейчас тоже будет погоня. Ты серьезно? Да, за мной погоня. Короче, убегаю, удираю. С канализации вылезти не могу. Такс. Спер? Спер. Убегаю. Надо было сразу несколько спереть, блин, че я? Теперь они... Теперь ко мне летят... Так, сколько тут? Четыре, еще пятый куда-то. 24 тысячи. Так. Ну так-то они, да, написано, что 24 тысячи, но на деле нет. Меньше? Все, они меня потеряли. Да. Выпустите. Вот почему полезно модифицировать свой костюм. Потому что можно от них очень долго удирать. И убежать, в конце концов. Так, здесь где-то... А вот они еще были. Я сворую еще немного. Так. Ну, я жемчуг нашел. Нам жемчуг надо? Жемчуг? Да. Ну, кстати, здесь самое дешевое. А, по-моему, здесь уже не осталось. Ты все подергал? Да. Все, по мне уже стреляют так. Все, теперь надо давать дёру. Блин. Меня из виду не потеряли, а вот только сейчас потеряли. От них выгодно убегать, блин, опять обнаружен. От них выгодно убирать в гору. Они тупят, когда ты бежишь в гору. Ну, по крайней мере, у меня так было. Тикс. Опять потеряли. Ну-ка. Интересно. Свежий воздух. Они теперь за тобой гоняют. Да. Ну, через 7 секунд они обо мне забудут. Я вижу, как ты... Там, кстати, рядом с тобой натрий. Да, натрия у меня уже много. Я его так много надобывал себе, что... Уже нет места. Я тебя поглажу. Текс. И да, о чем я говорил, мы нашли инопланетянина, точнее инопланетянку Артемиду. Ух ты, трудность. Почему у меня мужик был? У тебя мужик был, а у меня девушка была. Да. Ну знаешь, ее девушкой с натяжкой можно назвать. Ее с натяжкой можно назвать девушкой, потому что там нет никаких признаков женственности. Почему ты решил, что это именно девушка была? А потому что она говорила от женского имени иногда. Но лишь иногда. Знаешь, у моей жены на работе есть мужик. Я думал, это мужик. Нет. Мне потом сказали, это девочка. Ну, всякое бывает. И в женской раздевалке она называется. Хотя, верно я сказал, она. И правильно, ах. Скорее, наверное, оно. Да.
Тебе повезло, что оно не будет смотреть летсплей. Да. На это. Мы разговаривали на это. Так. Ну, продаться мы можем на вот этой базе, которая. Да. Цены почти одинаковые. Кстати, кажется. А, вот тут где твоя база. Сейчас прибегу. Фух. За яйцами пойдем. Да, теперь за яйцами, потому что Готов этот. получать по шарам? О, да, у меня хорошая винтовка. Там прям несколько модулей для ведения огня. А я вообще бомж. У тебя хороший корабль. Как У тебя говорил, корабль, по крайней мере, не похож на водоочистную станцию. один хороший персонаж и кирпич. Так. Сейчас мы доберемся. От того, что я так много бегал, у меня заканчивается этот жизнеобеспечение системы. Так. О, тут можно в рукопашку бить. Круто. Ну да, как юноша, понимаешь, и бьешь. Ну я на станцию подаваться. Кикс. Разбойная шафтный манипулятор. Как? Вас Оп-о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 п, черт! Блин, нет! Черт! Что за... О, я надеюсь, ты это не видишь. Капец, ты пуешь, что ли? Нет, видишь. Что за звук здесь? Тютелька в тютельку. Да. С парковкой у меня проблема. Все. Сел. Ну, я еще это на Луне заметил. Да, теперь можно это продать. О, объект используется. Я пока с этими поговорю. Это что-то, кто такое? Странник Джарнакс. О, здесь и странники есть. Кстати, это совершенно другая раса, четвертая. Такая же, как Какая? и мы. Вот, предложить наниты, на, возьми наниты. Это вот этот, у которого наушники на голове крутятся. Да. Ух ты, он мне 57 тысяч юнитов дал. Плохо так. Я ж тебе говорил, давай наниты. Я ему 15 дам. Ну, 57 тысяч. Так. С этими корваксами надо поосторожнее. Сделаешь что-то не то, они уже этот отношение к тебе меняют сразу. Да ну их. Дети маленькие. Гравитационный шар 37 тысяч. В принципе, все. Так, что я мог там еще усовершенствовать все в мультитуле? Так, что мне для этого нужно? Дейтерий. Ты случаем не знаешь, как дейтерий достать? Понятия не имею. У самого такая фигня. А, кристалл супероксида. Тоже. Это точно не в этой системе. Так, я сейчас перезаряжу свои оружие. И можно будет повоевать. Такс. Патрончики. У меня вот, кстати, тоже висит. Мне надо дейтерий и технологический модуль. Плюс надо какой-то кристалл супероксида тоже висит, да, не. Ну и намагниченный феррит и ионная батарея, в принципе, не горит.
Так, ну что, у меня есть одно место. Где есть эти жужжащие есть яйца? Эти яйца. Иди. Конечно. Я готов. Нет, 1000 патронов. Сейчас мы. Короче, ты их отвлекаешь, а я тырю яйца. Да. Потому что у меня пушки нету. Окей. Я могу их только расщеплять. Окей, без проблем. Так. Я вот одного. Да, поехали. Я вот одного не знаю. Как здесь можно передавать предметы друг другу? Не знаю, сейчас вывезем. В комментариях писали, что как допустим, на корабль передаешь, так же и друг другу передаешь, но что-то такого не увидел. А как корабль передаешь? Ну, нажимаешь на таб и клавиша А и Д. Вот. На корабль. Так, это что? На другой Ладно. Планете? А, заброшенное да. здание. Увидел? Видел. Вот это, кстати, то самое здание, которое, ну, задание, которое у меня висит. И вокруг него как раз, ну, вот это вот. Лица эти. Понятно. Сейчас прилечу. За 15 секунд. Жаль, сейчас таких технологий нет. Раз, ты на Марсе. У меня 13, 12. Текс. И да, дорогие друзья, я еще хотел сказать, что Ларгас уговаривал меня не покупать корабль, но я все-таки его купил, у меня есть кое-какой истребитель, но он мне потом пригодится, я думаю. О, блин, тут такое дымище, блин, видимость практически нулевая. Что здесь происходит? Так. Пылевая буря. Да. Вот это по-настоящему пылевая. Раньше таких вообще не было. Это классно, потому что, блин... Кстати, температура сотка. Ого. Да, вот, собственно говоря, я ел и. Так. Предлагаю зайти вовнутрь и придумать, каких тырь. Да. Кстати, тут надо... Еще терминал проверить. О. Да не работает. Вот он, не работает. А, значит уже использовался. Такс. Вот в том-то и дело, использовался, он просто не работает. Такое бывает. Смотри, в этой игре. Аккуратней, там над головой какая-то байда может быть. Над головой? Какая-то байда? А, что? Ты на улице. Да. Не, а, не, висящие не, щупальцы. Не, бывали, да. Да, смотри. Поднули. Здесь уже ничего нет. Как тырить будем? Так, значит, смотри. Ты берешь жужжащее яйцо. То есть берешь. И смываешься, и смотри. Залезаешь на свой корабль. То есть стоишь вот тут вот так. И они тебя не кусают, да, они кусать не могут. Либо вот на это здание взлетаешь, да, но оттуда можно соскользнуть, кстати, надо быть аккуратнее. Либо ты взлетаешь на здание, я на корабль, и начинаю их отсюда расстреливать, да. Ну да, то есть если залезешь на корабль, они тебя уже не схватят. Блин, так. Я могу и в корабль. Угу. Ладно, короче. Как действуем? Ну, вперед, расщепляем, берем. Ну давай, расщепляй, я беру. Так. Беги. Беги, беги. Так. Опаньки. Ага, все, идите лесом. Черт. Да ладно, серьезно? Тебя убили? Нет, еще нет. Но могут. Главное, ты взял яйца? Да. Фух, тогда все нормально. Так, сними. Теперь же надо тебе взять. Да. Че, возьму.
Да иди лесом. Готов брать яйцо? Ща, я его... А, давай. Сейчас, подожди, я завалю, а то он тебя зафачит. Хлопотай. Быстрее, у меня одеяло закончилось. Черт, их много. Хватит. Да. Так. Давай попытка еще одна. Притом эти яйца потом исчезают и куда-то проваливаются, гады. Проваливаются. Блин, меня убили, черт. Смотри аккуратнее, чтобы твои вещи не пропали. Да, они могут пропасть, если кто-то подключится. Найди метку. Сейчас заспаунюсь. О, нашел. Слушай, они разбушевались. Ну, наверное, когда два игрока, они автоматически становятся более агрессивными. Рой утихает. Отлично, утихай. Так. Смотри, где ты умер, и ищи свои вещи. Я уже их взял, сел, все в порядке. У меня как-то случилось, что в мультитуле что-то сломалось как-то. С такой фигни. Так. Так, смотри, перед тобой укладка. Я бью, подходи к ней в упор. Подходи к ней в упор. Сласть там... с этого здания. Там кто-то ходит еще, все еще. Вот. Да. Все время кто-то ходит. Подходи ближе. Прямо перед тобой яйцо. Готов? Готов. Давай. Давай. Взял? Дальше взял. Текай теперь. Так. И они вылезают, гады, и их меньше не становится. Конечно. Слушай, а у меня такая дурацкая идея. Может быть, это задание мы не можем взять, потому что нам нужно очистить это? Может быть. Но не бесконечно, видишь, спаун происходит постоянно. Да, может кладку надо просто очистить. Тогда они не будут возникать. Пробую я брать. Подожди. Да. Там еще один имбецил бегает. Так, я пошел. Давай. Короче, прям вот это. Вот это, вот прям вот тут. Давай. Так, сейчас. Не стреляй, расщепи его. Бери. Блин. Блин, не успел взять, исчез. Гаденыш. Стоп. Уйди, уйди, несчастный, уйди. Не трожь меня, и мы тебя не тронем. Да блин. Кыш, 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 иди домой, всё. Иди домой. Все, тебе теперь ты практически в безопасности. Какой безопасности, они вон ползают. Ну, я их тут. Как тараканы. Кыш, иди отсюда вам. Ты иди тоже. Кыш. Кыш. Да блин. Блин, у меня мультитул заканчивается. Да, лучше перезаряди все. В принципе, можно даже так делать, смотри. Можно одновременно нам слезть. О, у тебя там один гаденыш. Да блин. 23 тысячи уже стырили. Можно просто вплотную самому подойти к яйцу, вот так вот. Подожди, то есть... подожди, 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 да я возьму яйцо.
Раз, два, три. Погнали. У меня яйца нету. Нету, а иногда они пустые бывают. У меня яйца нету. Так. Ой-ой. Вы чё такие злые? Так, на корабль беги. Дайдите его в боку. Блин, я тебя потерял. А, ты там. Я в корабле. О. Блин, они еще за кораблем бегают. С ума сойти. Пока что мне практика показывает, что самое удобное оружие это бластер. Я могу наслаждаться. Они сейчас утихомирятся, надеюсь. Так. Так, сколько у меня яиц? Посмотрим. 3 яйца. Ты видел, видел, я в кактус припал. В кактус? Где? А, нет. Сейчас, почищу. Угу. И покажу тебе морковку в кактусе. Так, умирай. И ты умирай. А, все, зарылся. Смотри. Я айс мастер. Видишь? Что ты там делаешь? Кактус припарковался. Так даже пьяные не паркуются. Так даже луры не паркуются. А мне яйцо. Тебе отсюда дадим. А, кстати говоря, здесь их еще много. Ой, уйди плохой, уйди вредный. А, они к тебе опять пришли? Да. Странно, я украл, а пришли почему-то к тебе. Ух, их так много. Беги. Залезай на машину. Притом, как будто бы они... Какая машина? Ну, на звездолёт. Блин, так далеко я не могу стрелять. А что, их можно просканировать? Нет. Притом, они у меня тут отмечаются как чудовища. Да, у меня тоже. Видишь? Ты спасся, главное? Да. Окей. Так. Я же все-таки красный, мне не... Кстати, может их... Все, некоторые зарываются уже. Можно будет брать яйцо. Все. Нет, все-таки я взял яйцо. Что взял? Взял яйцо, у меня их 3. А, иди в эту сторону, сейчас будет 4. Так, почему-то у меня не отображается. А, вот так. Крышу. Угу. Я, кстати, да. Сзади тебя. Да, вот вижу тебя. Вот. Где ты видишь? Вот вижу тебя. Я видишь, я видишь. Угу. О, какой ты красивый, а чудище. Чего там? Ну, я просто любуюсь внешностью чудища. Блин, гранаты нет. Так, если ты на крыше, то все в порядке. Я еще отсюда возьму. Еще яичко осталось. Бери, 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 я пока не пытаю. Бугага. Так. Круто. 5 уже есть. Вот это мы с тобой маньяки. Да.
Не, если наловчиться, можно. Я хочу гранаты изучить, чтобы кидать плазмобластерные гранаты и их пачками убивать. Это будет более. Ой, прям мою мечту. А это лучевое копье. Бластера нет. Так. А ну пошли вон отсюда, тараканы. Сегодня я не ваш обед. Кушку говорю. Так. Получается. А кстати, они что-то здесь их много, а с этой стороны не так особо. Так, давай сделаем так. Я займусь этой стороной, куда сейчас ты стреляешь. А ты заберешь яйца, которые там. Да, подожди, тут их штуки еще. Расщепителя очень тяжело валить. Да. Я из-за того, что плохо играл в шутеры или вообще не играл в своей жизни, поэтому у меня не очень хорошая прицельная стрельба. То я им делаю только. Так. Что? Идем? Там ничего нету. Почему тебе не попадается? Вот он, там есть, блин, ну сейчас. Ты что, умер? Я? Не дождетесь. Красный. Тут написано, Ларгос замечен биологический ужас. Я что, похватил все-таки? Да, я схватил. Круто. Сколько ты уже наколдовал? Яиц. Сейчас скажу. У меня 7 яиц. У меня 5. Так. Ой, мне надо перезарядить щит. Так. Все, готово. Я-то думаю, откуда я получаю урон? На крыше. Блин. Эти края... Увижу тебя. Так. Как тебе моя трибуна? Круто. Текс. Можно теперь дальше. Три аккуратней там, наверное. Ты убежал? Да. Там яйцо еще висит. Так, блин, плазма. Короче, у меня скоро закончится. Закончится что? Углерод закончится. Ага. Я же их с расщепителя поливаю. А, понятно. Да, их, блин, тут так много. Прям как тараканов на кухне. Они похлеще тараканов. У меня культурные тараканы. Ты свет включаешь, а не в рассыпную. Да. Недавно таракана видел, кстати говоря. Вот тут как раз 2 яйца остались. Даже 3. Тырим. Тырим. Двойки. Мне так ебануло. Подожди. Блин. Ой, нет, не успел. Беги. Я остыл. О, отлично. Блин, что я с расщепителя? А, попробуй экстрим.
А интересно, если из бластера по яйцу шмалять, он этот будет? О, да, будет. Тыц. Все, последнее яичко оставляю тебе. Блин, у меня заканчивается. Беру. Так, тогда давай отстреливаться у буду есть я. Еще, продолжаем. Да? Продолжаем. Вот. Да, у меня еще 200 с чем-то есть. Я подготовился. Меня уже игра устала показывать анимацию перезарядки оружия. Она просто не показывается, как в Империоне. Ну там, кстати, говорят, а Ворион поправили. А Ворион? Да, или ты не в тебе. На Ворион я играл, но как-то я не знаю, как эту игру да, можно поправить. Поправила. А что в нем было не так? Да вроде что-то там покинули. Ну было. В этом году игр. Да. Так. Скажи мне, когда инженеров пофиг? О, вот это вот неизвестно. Скорее Ленина живет, чем. Чем пофиксит так. Ой, спасибо. Блин, шар. Ай, не успел. Ты его взял? Какой шар? Да. У меня он не исчезает, когда ты его берешь просто. А его анимация да, остается. Там. И мне кажется, что ты этот. Да. Нет, я уже 7 штук взял. Круто. А у меня сколько? 10. Так. Так. А там еще остались яйца. Блин. Еще пойдем. Да, здесь 3 яичка. Давай сравняем счет, чтобы у тебя тоже 10 было. Повернись! Он сзади тебя. А, не беда. Вот 3 яичка. Идите сюда. Гуль-гуль-гуль-гуль. Ой-ой-ой. Где ты? Где я ты? С другой стороны. Так. О, все, они походу заползают. Все. Домой идите. Так. Я убежал. Тикай, 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 тикай. Не беда. Собаку свою рычать они, будешь. Они забавно, что в основном тянутся к тебе, туда. А я их отсюда могу отстреливать. Когда тянутся. Да. Ты знаешь, я должен признать, оказывается, по яйцам приятно получать. Да? Уже 7 штук. Уже 8. Да. Ну представь себе, насколько приятно. На 308 тысяч. Да. 308 тысяч и 185 тысяч. Итого мы имеем, ну, почти считай, 100 тысяч. Так. Грубо окей. Говоря, полляма мы уже подняли. Да, у меня уже 600 тысяч приблизительно есть. Главное их продать за эти деньги. Так, да, ну что? Мне нужен феррит, чтобы... Пока подожди, мне нужен феррит, чтобы возобновить этот боезапас. Подожди секунду. Говорят, можно передавать, да? Как? Я не знаю. Сергей да, говорил я как, возьму... но я не совсем понял как. Ой, черт. Говорил, что можно передавать, как обычно передаешь через корабль. Да. Но вся проблема в том, что... Я вот сейчас клацаю инвентарь. Я могу отправить свой корабль. Свой грузовой корабль теперь. Дело. Мультитул. Угу. Надо будет погуглить, как передавать. Текс. Сделаем новую обойму. Передавать только когда ты рядом стоишь? Наверное, скорее всего, да. А ну-ка давай-ка ты где? Давай я просто тебе бегу. Да, я тут. Давай посмотрим. Что-то ты у меня в списке не появился.
Не, не так передается. Странно. У тебя там сколько яиц? Тебе, по-моему, надо одну взять. Или два. Смотри. У меня восемь. Значит, надо два взять. Давай. Блин. О, боже. Так, что-то их много. Сразу за мной погналось. У нас буря намечается. Да. Интересно, буря беги, как-то беги. На них действует? Да, блин. Прыгают гады. Была бы у меня снайперская винтовка, я бы... Интересно, здесь есть прицел вообще? По-моему, нет. Наверное, нет. Не рычи на меня. Так, а, здесь какие-то другие животные бегают. Я скорее умру от того, что буду падать из-за своего ранца. Так. Ой-ой-ой. Дела плохи. Беги к корабку. Фух, все, я спасен. Так. Думаю, нам нужно отсидеться пока. Можем зайти вовнутрь. Там одно яичко осталось. Я, пожалуй, тебя... Но со стопотим. Ой, все. Блин. Как-то не очень идеально. Ну, он уже не так сразу уходит. А... Фух. Да, ты прав. Все-таки отсидимся. Я жизнь восстановлю, давай, кстати, наверное, сидим. Здесь. Восстанавливай жизни. О, здесь есть это. Фух. А если зайти сюда внутрь, они за тобой попрутся внутрь? Надо попробовать. Надо попробовать. Сколько у тебя ячеек в костюме? У меня? Я их до конца не открывал. Так, значит, по вертикали 5. Ну, сколько? 5. Стандартный инвентарь и количество ячеек. 27. А, стандартное с условием увеличения на 2. Уже 30. А. Не, у меня они-то все не заполняются так часто. Ты не поверишь, у меня все забиты. Ну, у меня почти. У меня есть пару модулей. К сожалению, я пока не могу их положить на мультитул, потому что... Мне нужно очистить некоторые области. Интересно, найти яйца можно? Ну что, последний рывок? Да. И перезарядился? Да. Бери яйцо. Я взял его или нет? Нет, я не взял его. Блин. Или нет, подожди, я взял его. Взял? У меня 9 штук. Тебе одного не хватает. Так, я хотел залезть внутрь. Вот и проверим. Да блин! Почему я не могу это сделать? А, все. Получилось. Они внутрь не залезают, кстати говоря. Не на крыше. А, и внутри дома, они туда не залезают. Но отсюда и стрелять нормально. Нельзя. Нормально. Воздух свежий. Рода. Палка. Там вообще яйца остались, интересно? По-моему, нет. Мы все разобрали. А, осталось одно яичко. Вот здесь тогда оно. Тогда уже можно прыгать сразу в корабль и валить. Да, забирай его и улетаем. Каждому по 10. Круто. Беги, беги. Отходим, отходим. Так, все, я сел. Ты сел? Сел. Я сел, да. Да. Фух.
Ну все, на валим. станцию. Да, валим. Так, где здесь станция? Станция, по-моему, недалеко от твоего корабля, да? Да. Помнишь, я тебе обещал много кишок на веток? На веток. Да. Кажется, я предсказал. Да, дорогие друзья, осталось нам только сейчас продать эти слизневые, как они там называются, сейчас посмотрю. Ядро личинки. Да, ядро личинки продать и... Ядро личинок продать. Да уж. И сделать на этом бабосы, и на этом будет конец выпуска. Вот таким вот образом надо фармить, наверное. Наверное, хотя есть и другие лучшие способы. Я, конечно, буду совершенствовать свой мультитул. Посмотрим, до какой степени я его могу усовершенствовать. Знаешь, как есть способ один фармить это? Какой? Берешь с собой какого-нибудь Васю. Угу. Тыришь яйцо и кидаешь Васю, пока не разбираются личинки с Васей, тыришь яйца. Это классик. Ну, ты возьмешь Васю, я Алешу. Да. Можно будет. Пускай будет Вася. Окей. По Васе возьмем. Кацо, да? Кацо, да. Кацо, да, будет кацо. Ты ему скажешь, ты пока соль тут подобывай. Кацо это тоже самый Вася, правильно? Ну, кацо это типа... Лучше кацо это Вася? Кацо это не имя совсем, это как бы обращение, типа братан, что-то вроде. Вася это тоже обращение. Да. Ясно. Так, ядро личинки, сколько оно здесь стоит? Ядро личинок. 611 тысяч продаю и получаю, что у меня сколько там всего получается. 1 359 000. Неплохо так, знаешь. Получается, если собрать все личинки, то можно получить 1 200 000. Точнее, все. Так, эти. Но у меня 611 тысяч. У меня то же самое, та же самая сумма. 54. И сколько у нас получается в результате? 1 593 000. Ну, мне чуть меньше, потому что у меня чуть меньше было изначально, но прикольно. Вот такие вот так, дела, дорогие друзья. Я могу бластер купить или нет? Да, только в другой стороне. Где бластер купить? С другой стороны зайти надо. Но там, по-моему, бластеров не было, когда я смотрел уже. В этой системе жди, пока новых поставок не будет. Если они, конечно, еще будут. Тут евреи много, все разобрали. Да. Так. Ну давай посмотрим бластеры. А это что за священники, блин? Дай ему денег. Я тебе еще в тот раз предлагал. Я ему даю на нитах, посмотрим. Тут, кстати, посмотрим. Смотри, тут терминал тоже есть. Видишь? Да. Тут тоже есть? Блин. Да. Я все время бегу туда, думаю, что только там есть продажный терминал. Что здесь, кстати? Вот... терминал. Да, здесь для того, чтобы... Atlas Pass. Я когда давно еще, когда играл, я получил Atlas Pass первый. Это если ты идешь по пути Атласа, ты получаешь это. И что там за плюхи? Ну, ты можешь в некоторые контейнеры залезать и в некоторые комнаты с ништяками, по сути. Здесь ничего нет у меня. Будет как-нибудь. Угу. Так. Сходить. Тебе понравится. Тут есть плазменное копье. Плазменное копье неэффективная штука, не бери. Ионизирующий ствол. Горитель массы. Сейчас я скажу, какая штука крутая. Я ее взял уже, изучил. Так. Осталось ее только поставить. Импульсный скорострел. Ты получишь очень скорострельную пушку, и она... Если ее усовершенствовать, чтобы она наносила большой урон, то это будет очень круто. Поливать будешь прям. Импульсный скорострел, да? Да, крутая штука. Так, приобрести. Так, я взял.
Мозг шагающего стража, блин. Тут надо будет шагающего стража убить, чтобы военный сканер получить, представляешь? Циклотронная баллиста. А, это для кораблей, скорее всего, да. Фиктивные Ну, я, ускорители. короче, установил себе его. Да? Да. Как? А, ну ты это И проверить импульсный сможешь. скорострел. Так, мне понадобится Надо на планете эффективное. тогда проверить его. Угу. Ух ты, крутая штука. Ну, здесь мне надо будет загрузить на Ниту, чтобы что-то купить. Ладненько, на этом мы закончим выпуск, дорогие друзья. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Вот, я надеюсь, вам этот выпуск понравился. Был он информативным о том, как мучить насекомых, вызывать тараканов и шалить вместе с этим совсем. Так, что у меня такой обзор? А, я понял, что мне надо сделать. Так, вот так. Так. Да, с вами были Лур Лемур. И... И Ларгус. Да. До следующих встреч. Ставьте лайки, если вам нравится подобный Пока-пока. стиль. Все. Угу. Всем Надеюсь, вам всем пока-пока. понравилось. Да. Вот так вот. Где мое оружие? Блин, вечно смотрит не в камеру. Ладно. Пока-пока всем.